Надеюсь, это был ветер. Да, местечко не из приятных, скажу честно. Просто есть один факт, о котором я вам не рассказывал. Это звучит не очень правдоподобно, соглашусь, но соседи, которые живут рядом с этим домом, говорят, что иногда видно ночью, как здесь включается свет. Хотелось бы, чтобы он сейчас включился, согласитесь. Все это реально выглядит очень жутко. Никто не знает, по какой причине произошел пожар на самом деле. Но когда пожарники потушили дом и зашли внутрь, вся семья лежала на своих кроватях. Они даже не проснулись. Все шестеро человек были мертвы. Здесь еще есть чердак. Мне кажется, я сейчас вместе с этим чердаком вниз полечу. Полнейшая тишина, просто прислушайтесь. Теперь точно надо сваливать.